Вот вопрос, который был. Добрый день, уважаемый Александр Михайлович. В марте месяце я открыл в компании счет, пополнил на 500 евро со счетом на то, чтобы делать 100 евро в месяц, спокойно торговать. На сегодняшний день мой депозит составляет около 10 тысяч евро чистой прибыли. Ну, это, Анатолий, вы просто бог. Что я могу сказать? Торгую средний срок, максимальная просадка была 50%, депо около 250 сделок. Сейчас хочу открыть Тима счет, часть средств перенести на него и дальше торговать. Вопрос, стоит ли это делать? Так как я всегда торговал только своими деньгами, не знаю, может это негативно на меня повлиять. Или наоборот, я стану еще более дисциплинированным. Толя, во-первых, хочу вас, конечно, поздравить. Это феноменальный результат. Мы 20 раз увеличили депозит. Тем более, наши ребята из Герчик&Ко сказали, что это действительно такой трейдер есть. Знаете, потому что очень много пишет леватуры. То есть такой трейдер действительно есть. Да, я специально не называю его фамилию, чтобы там человека не забомбили. Первое. Весь вопрос состоит в вас. Я, когда управляю деньгами, я более ответственный даже, чем со своими деньгами. Здесь вопрос только зависит от вас. Насколько вы дисциплинированы, насколько вы уважаете чужие деньги так, как вы уважаете свои. То есть мне очень тяжело сказать, я не могу даже посоветовать по одной простой причине. Меня чужие деньги более дисциплинируют, чем свои. Да? Я на своих деньгах могу больше риска взять и все остальное. Но когда я управляю чужими деньгами, для меня чужие деньги – это более, даже гораздо более жестче, чем… Ну, то есть к чужим деньгам гораздо более жесткое отношение, чем к своим собственным. Тут все зависит сугубо от вас. Если вам комфортно, но с другой стороны, если вы хотите расти, и у вас действительно такие результаты. Конечно, 50% просадка – это нехилая просадка, будем говорить так. Да? Но с другой стороны, показать такой результат с 500 долларов до 10 тысяч, вернее, с 500 евро до 10 тысяч евро и быть практически без просадок – это невозможно. Да? То есть это нормальная абсолютно составляющая. По-моему, совет один. Когда вы будете брать деньги в управление, обязательно пишите в своей составляющей, что просадки могут достигать. Такой цифры. Есть люди, которые готовы идти на очень высокие заработки и готовы, будем говорить так, тянуть такие высокие просадки.